стояли склады с зерном, и вот вся цель нашего, значит, и больших, и малых, состояла в том, чтобы сохранить это зерно, собрать его, потом зерно не может вот просто на складе лежать, оно начинает расти, дымить даже оно начинает, сохранить это зерно. И вот от мала до велика мы на складах работали. То есть такое есть орудие, полуведро какое-то, называется плица. И вот мы, ученики, после уроков или вместо уроков ходили вот это зерно передвигать, перелопачивать, перелопачивать называется, чтобы оно двигалось по амбару. Будучи организатором внеклассной, внешкольной работы, я вот эту тему войны тоже взяла в двух направлениях. Первое направление – это наши выпускники. Это их истории, как они ушли на фронт. И надо было каждого ученика найти семью. Вот. И охарактеризовать каждого этого ученика. Они у нас, их 11 человек погибших, насколько мы знаем. Это Бекмухаметов Азат. Бекмухаметов Азат, он, мама его жила. Вот мы ходили в эту семью, бабушки, и, значит, опекали ее. Но вот что интересно, что в ней в доме хранилась сумка. Вот он, Азат, сумку с книжками положил под стол, и бабушка так и хранила. И потом она даже не дала нам эту сумку. Сказала: сумку я не дам, а вот вы возьмите ружье. Азат был хорошим стрелком, способным, талантливым стрелком, и уже учась в 8 классе, у него был охотничий билет. Вот он, охотничий билет, где-то в наших стендах экспонировался. Охотничий билет Бекмухаметов Азат. Началась война, был 10 класс. Там училось 6 девушек и остальные парни. Вот этот выпуск 41-го года, всех ребят сразу, мы не можем сказать, что их забрали, они сами пошли добровольцами на фронт. 10-классники 41-го года, ребята все ушли на фронт. Осталось 6 девушек. Вот среди 6 девушек закончил медицинский институт Ольга Григорьевна, сестра нашей Надежды Григорьевны. И еще там были, которые к нам навстречу приходили. Но это девушки. А ребят того выпуска ни одного мы не нашли живого. Шла великая отечественная война. Среди семейных фотографий появлялись фотографии фронтовиков. Дед, отцу, сыновей, братьев, сестер. Те, кто оставались дома, всматривались в дорогие лица, мысленно вели с родными неторопливый разговор. Как-то там на фронте не ранен, полетела семья. Уже не постучит в дверь и не войдет в дом чей-то отец, сын, муж. Потускнели со временем семейные фотографии, а мы смотрим на них и помним каждого. А мы плащ-палатки.